Рождественские старты на острове Русский объединили более 600 участников. На мероприятии соревновались не только спортсмены-лыжники, но и любители, которые приехали на лыжный забег целыми семьями. Правительством Приморского края уделяется огромное внимание развитию спорта, в том числе и лыжному. В рамках проекта «Спорт. Норма жизни» ежегодно в Приморском крае организовывается бесплатный прокат спортивного инвентаря. Дмитрий Краф вручил приморским спортивным семьям, участвующим в лыжной гонке, памятные подарки. Отметим, мероприятие на русской лыжне проводилось в рамках декады спорта и здоровья и всероссийского проекта «Всей семьей». Каждый день мы замечаем, когда большими семьями приходят и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы, и маленькие дети. Как правило, берут даже для детей лыжи в возрасте от 2 лет. То есть уже тогда приучают ребенка к активному отдыху. Напомним, русская лыжня работает ежедневно, кроме понедельника. Все желающие могут воспользоваться бесплатным прокатом спортивного инвентаря, предъявив для этого документ, удостоверяющий личность. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на 8.